Ну все, все, я тебе яблочки, а ты мне поросенка. Все, моя хорошая. Хороший поросеночек, хорошая мамочка у нас. Свинья с характером и рычанием львицы. Как истинная мать, Люся защищает своих детей от любой опасности, даже если ее нет. Малышам всего 9 дней. Вьетнамская веслобрюхая свинка каждый год радует барнаульцев своим потомством. В этом Люська всех удивила. Родила 1 января, как бы продолжив год свиньи. У нее был друг, получается, с осени, мы их как посадили, как закончится летний сезон. И мы просто не ожидали, что у них любовь будет настолько интересной и значимой, что у нас будут поросята. Пока для поросят весь окружающий мир – это мама. Они очень активны, с хорошим аппетитом, но пока питаются только молоком матери. В зоопарке говорят, что Люся успевает уделять внимание каждому ребенку, а их 8. С открытием сезона поросята переедут на мини-ферму. Она находится на территории лесной сказки. А пока вместе с мамой, которая в декрете, они будут набираться сил, чтобы в мае встретиться с гостями зоопарка. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.